Как привить ребенку любовь к родному языку? Какие образовательные технологии самые эффективные при многоязычном обучении? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в Ульяновске на межрегиональном форуме учителей родного языка. В зале педагоги, директора школ, кандидаты филологических наук из Ульяновска, Удмуртии, Татарстана, Чувашской и Мордовской республик. Международный день родного языка – хороший повод встретиться и обсудить вопросы преподавания и популяризации родных языков народов России. Сегодня мы объединили работу Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ульяновской области с работой форума учителей родного языка. И это, конечно же, не случайно. Язык абсолютно обоснованно называют культурным ядром народа. Он связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Языки народов, живущих в Ульяновской области, сегодня изучают более 95 тысяч детей. Своими знаниями делятся 100 учителей в 54 школах региона. Когда я приехал 33 года назад сюда, мне партия направила на работу, в 8 школах изучали чувашский язык, а сейчас 101 школа в области, в нашем регионе, изучает чувашский язык как предмет, как история, как культура. Это здорово и это хорошо. Да, время меняется. Но дети такие же. У них есть стремление к изучению родного языка, родной литературы, культуры нашего народа. Чтобы поддержать этот интерес и привлечь внимание к проблеме утраты национальных наречий, начиная с этого года, в мире стартует десятилетие языков коренных народов мира. На форуме утвердили план мероприятий, проводящихся под его эгидой в Ульяновской области. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.